Друзья, приветствуем вас в парке «Ствол», в уникальном парке настоящего мужского отдыха. Сегодня мы будем с вами играть в страйкбол. Друзья, чем честнее будет проходить игра, тем она будет для вас интереснее. Давайте уважать друг друга. Страйкбол – это военно-тактическая игра с применением электропневматического оружия. Одно из самых главных правил – ни в коем случае нельзя снимать защиту лица на игровой площадке и во время игры. Снимать ее можно только в специально отведенном для этого месте. Нельзя стартовать без команды. Все игроки начинают игру строго по свистку. Все оружие заряжено и работает автоматически. Для игры вам необходимо знать, где находится переводчик огня и положение предохранителя. Снимаем автомат с предохранителя. Режим одиночного огня. Наводим на цель, нажимаем на спусковой крючок. Закончилась игра. Опускаем ствол вниз, переводим автомат в положение предохранителя и покидаем игровую площадку. Все остальные детали на автомате трогать запрещено. Поражением считается любое попадание по телу, кроме кистей, рикошетов от стен и попадания в автомат. После поражения необходимо поднять руку или обе руки вверх, громко, четко крикнуть «Я убит!» и выходить за игровую площадку. Выходить быстрым шагом, не останавливаться, не разговаривать и не отвлекать других игроков. В страйкболе запрещена стрельба по-сомалийски, то есть вне зоны прямой видимости. Когда высовываем автомат из-за угла, не видя своего противника. Запрещается стрелять на расстоянии менее 2 метров. За место выстрела достаточно просто сказать «убит». Нельзя отстегивать магазины, для проверки шаров достаточно просто встряхнуть автомат. Помимо защиты лица и глаз у нас есть тактический шлем, защитные перчатки, бронежилет, защита паха и комплект наколенников-налокотников. Из боевых преимуществ у нас есть страйкбольные гранаты, тактическая имитационная граната «Егерь». Принцип действия. Вытащили крышку, дернули за веревочку, бросили в противника, 3-4 секунды граната взрывается. После игры вы можете арендовать комнату отдыха, к вашим услугам кальяны и безалкогольные напитки. Удачи в бою!